Всім привіт! Сьогодні поговоримо, така перебивочка невеличка буде, тому що треба зробити якусь заставку до оглядів, які ще були зроблені на початку лютого, але війна, яку розпочала Росія, внесли свої корективи і огляди досі не опубліковані. Огляди далі ви можете побачити, на жаль, вони будуть на російській мові, але перезнімати їх я вже не буду. Там буде йтися про продукцію марки DexShell. А хто витримав вступ, будь ласка, прошу до ознайомлення, огляд товарів. Всем привет! Сегодня поговорим про марку DexShell, про перчатки DexShield Gloves. Предоставлены для обзора официальным дилером марки DexShell в Украине. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. Для тех, кто не знает, DexShell — это марка одежды, которая использует мембрану в своих изделиях. То есть есть шапки с мембраной, носки и перчатки. Интересны эти изделия тем, что они не пропускают воду. Именно они водонепроницаемые, соответственно, вы можете использовать носки в мокрых ботинках, перчатки погружать в воду, при этом руки останутся сухими, и точно так же шапка. Упаковка здесь вот такая коробочка. Заявлено, что перчатки могут работать с тачскрином, и они защищены от порезов. Ну, от порезов я проверять, честно, не хочу, не буду, потому что перчатки я планирую активно использовать на износ, и посмотрим, как они себя покажут. Относительно самого качества мембраны и прочего, я уже проверял на других изделиях, и мне этот товар очень нравится, и я его использую. Относительно же этих перчаток, выбрал был размер XL. Это размер большой, самый максимальный. Возможно, он где-то мне великоват, но в целом, вот по длине пальцев, меня все устраивает. Остатка материала пальцев нету, то есть по длине все отлично. Ну вот, может быть, только большой палец, остается немножко пустого пространства. Эльку я пробовал велосипедные перчатки, там вот как-то мне не понравилось. Ну, это, скорее всего, особенности моего размера руки, что она где-то на границе L, XL. И только одна модель DexShell мне хорошо подходила под размер, тем, что они как раз были в моем размере. Внутри белая поверхность, белая ткань. Между ней и внешней тканью у нас как раз и расположена мембрана, которая останавливает влагу. Перчатки никак не стесняют движение. На пальцах у нас присутствует материал, который отвечает за работу с сенсорными экранами. На ладони и пальцах присутствуют резиновые наклейки, которые призваны лучше удерживать инструмент в ваших руках. Относительно перчаток DexShell TechShield, могу сказать, что это рабочие перчатки, которые имеют достаточно большую длину, закрывающую вашу руку. То есть мы можем работать в каких-то влажных средах, соответственно, рука у нас при этом останется сухой, и комфорт рука будет сохранять долго. Кроме того, они имеют защиту от порезов, и, ну, соответственно, инструмент у нас должен хорошо держать в этой руке, и меньше вероятность того, что мы повредим эту перчатку. Относительно того, насколько хорошо ухватисто они держат вот ножик, например, я не могу сказать, что мне как-то это нравится. Все-таки перчатка имеет определенную толщину, и вот эти резиновые накладки, ну, как-то вот ножик скользковат, рукоять G10 в этом ноже. Возможно, следует, чтобы материал более притерся к ножу, но в целом работать можно. Здесь, конечно, каждый решит сам для себя. Но вот мне все-таки вот кажется, что скользковато G10 с этим ножом. Перчатки скользковаты с этим G10. Относительно же самого материала, он приятный. Сейчас на улице порядка минус 2 градусов. Рука у меня в комфортном тепле. Но она шевелится и, соответственно, тепло выделяется. В целом могу сказать, что подобные перчатки лучше сохраняют тепло, чем обычные. В том числе не последний момент из-за мембраны. К минусам данных перчаток можно отнести, наверное, то, что их следует стирать только в ручном режиме и сушить без применения источников тепла.
Как следствие, сохнут такие перчатки дольше. И, соответственно, надо следует их несколько раз выворачивать, чтобы они быстрее высыхали. Такие вот перчатки марки DeckShell TechShield Gloves предоставлены для обзора официальным дилерам марки DeckShell в России и Украине. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. Задавайте вопросы в комментариях. Через годик постараюсь сделать повторный обзор по данным перчаткам и показать, как они себя чувствуют, как они себя ведут. У меня уже на канале есть обзоры продукции DeckShell, в том числе после года и более использования. Соответственно, смотрите обзоры, я все рассказываю, показываю. И пока максимальная проблема с этими изделиями, это первое, в одних перчатках, может быть, я не угадал с размером, и в одной паре носков, которые использовались более 2 лет, произошло расслоение материалов. Внешняя ткань отделилась от мембраны, и сложнее стало одевать, стирать данные носки, но свою функциональность они не потеряли. Мембрана продолжает держать влагу. Такие вот перчатки DeckShell TechShield Gloves. На этом все. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал.